Артем, 25 бросков. Готовы? Что ты сделаешь? Что, команда была? Так вы же сказали, можно начать. Сейчас, 2 секунды. Он сделал, блин. Я не вижу. Смотрите, как угадал покупки. Ты покупай, дай. Нет, еще здесь можно. Сотовый. Даня, делаешь пресс 50 раз, потом вот здесь приседания, эй, пресс 50 раз, вот здесь приседания, то есть 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 пресс. И приседания здесь, чтобы я видел Артема. Приготовились, минута, 25 бросков, пресс! Может, ты поделаешь через грудь? Через грудь? Но не 25 бросков. Ну, сейчас тебе скажу. 25 это 12. Только без фанатизма. И в ту сторону, куда хорошо делаешь. Так, приготовились. Приготовились. Внимание. Время. Раз. Два. Просто если бы ты
делал первый, то ты бы уже трое не вставал. Вот чем вопрос. Так. А этот, почему не бросал пастухов лежать? Я сделал. Где ты сделал, если ты лежишь? 12 раз я сделал. Где ты? Вот камера, она не видит ничего. Так я сделал 12 раз, потом... Я не знаю, они закрыли тебя. Тебе придется повторить. Ну, они здесь стояли, тебя не видно. Так я сделал еще? Я не знаю. Вот я в камеру смотрю, там ничего нет. Там видно, работает Денис и работает Чезар. Встали. Встали! Одели кимоно, заправили. Артемчик, чучело берешь? Пошли вокруг ковра. Встали, чё кимоно? Сейчас плюну туда. Нет, не надо. Чезар, где кимоно? Вот, надежное место. Не притворяйся, блин. Не, полит. Уже прошел, блин. Полит. Просто... Уже вчера прошел. Будет самбо соревнование и поедем. А, Андрюша, тогда мне, пожалуйста, поезд. О, блин. Я уже с вами бороться не смогу. Да вообще не чувствовал, а сейчас... Хорошо, пацаны, построились. Чемпион, я что-то разочаровываю. Что-то ты, знаешь, как-то расслаблен. Я? Да. Чей? Это мой. Что-то ты расслаблен. Я не могу, я пиццу проиграю ему. Я понимаю, но понимаю, в чем дело. Я хочу с тобой покушать. А так мне придется кушать с сунгурям. А он может не согласиться, блин. Понимаю, он выиграет, и пиццу знать будет один. Со мной, так точно. Хорошо, пацаны. Значит, мы завтра будем. Кто работает, тот парит. Кто не работает, тот парит. Ты завтра придешь качаться? Нет? Во сколько? Завтра, если вы не качаете. Четверг, пожалуйста. 4-5. 4-5. Хорошо. Значит, я не иду в пиццу, у тебя. Если не будешь вдруг проходить, позвони. Да. То мы играем, играем, потом еще раз. Еще один. Хорошо. Все, мальчики. Еще не хватает. Игоря. Да, еще раз. Кстати, пожалуйста. У меня к вам большая просьба. Не обманывайте. А если обманываете, обманывайте красиво. Мы не обманываем. Дарин, обманывайте красиво. Вот, например, никогда не говорите, что там болезнь родственников, о своей болезни. Бог все видит и наказывает. Алло. Скажите, своя дочь, вы еще не заболели? Мама еще не осталась. Нет, ну все нормально. Все, давай, Дарин. Да? Да. Я вот сомневаюсь, Влад. Перебин, херай. Мне такое впечатление, что он точно тебе отдал. Что-то прям постановка. Ай, себе Денис. Хорошо, сейчас мы включим. Музычку. Денис, а ты у себе. Мама звонила? Да. Наверное, спрашивал, где же Денис, так долго нету.